До заезда детей остались считанные дни. 29 мая в лагере «Орловчанка» заработает первая смена. И в этом году желающих приехать сюда в разы больше. Связано это с тем, что с 25 мая этот лагерь включен в программу туристического кэшбэка с возможностью вернуть до 20 тысяч рублей за каждую путевку. Мы за эту работу взялись с энтузиазмом. Она, конечно, была очень сложная, потому что на этом были завязаны и банки, и IT-специалисты, и бухгалтерия. На нас еще после того, как мы продадим путевки по системе кэшбэк, ложится ответственность по сдаче отчета в национальную систему платежную МИР. Но, тем не менее, мы готовы к этому, мы прошли этот сложный путь. Летом в Орловчанке ждут несколько сотен детей. В этом году загрузку здесь разрешили увеличить до 75%. В первый же день работы детского кэшбэка было продано порядка 100 путевок. Что же такое детский кэшбэк? Это программа, благодаря которой родители смогут вернуть до 50% стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь. Главное условие – оплата должна производиться при помощи платежной системы МИР. Уже приняли решение воспользоваться этой программой и воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 6. Позвонили, сказали, что есть возможность поучаствовать в этой программе, что 50% от стоимости путевки нам возвратят. Я как бы написала родителям, все родители не против, наоборот, поддержали эту идею. Ну а тем родителям, которые купили путевку до начала работы программы детского кэшбэка, не придется сдавать ее обратно. Система позаботилась и о них. Хочу сказать, что для тех, кто купил ранее, будет предусмотрена программа возврата, но сейчас пока точно никто не может сказать, потому что механизм прорабатывается правительством. Скорее всего, это будет через сайт госуслуги. И чем лучше кэшбэк для родителей, они получают в течение 5 дней возврат. А те, кто проплатил заранее, они получат только после того, как ребенок отдохнет. Средства вернутся на счет в течение нескольких дней. Их тоже можно будет потратить на путевку в лагерь. Ограничений здесь нет. Воспользоваться программой можно будет вплоть до 31 августа. Правда, уже звучат слова надежды, что программа будет продлена на следующие сезоны. Хочу обратиться, наверное, к нашему областному совету народных депутатов и будущему созыву, который придет к нам работать, что все-таки эту систему надо поддержать на более высоком уровне. Нужно обязательно обратиться к руководству нашей страны о том, что на следующий год и в межсезонье обязательно нужно это продолжать, потому что родителям это колоссальная помощь, огромная. Анастасия Гришина, Ирина Волкова, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».